Что ж, курс рубля, да, с ним происходит такая интересная штука, рубль разворачивается. И что хотелось бы сказать, что Центральный банк Российской Федерации потратил на поддержание курса национальной валюты 4 миллиарда долларов только в октябре. С сентября он потратил 14 миллиардов долларов. И, собственно, все это ради чего? 14 миллиардов долларов, рубль все равно девальвировался на 10%. А потом, как и в 2008 году, рубль развернулся, начал укрепляться. И вот, кажется, мы присутствуем при очередном развороте. Смотрите, курс рубля к доллару, ну, то есть количество рублей в долларе, все снижалось до начала этой недели, и тут происходит разворот, и рубль начинает снова терять позиции к доллару США. Да, это немного пока, это 70 копеек за неполную неделю, объективности ради. А что будет за полную рубль? И что будет дальше? До каких низот упадет рубль в этот раз? Дмитрий Полевой из банка NG, ну, собственно, обрисовывает пессимистичный сценарий. Если действительно по итогам небольшая техническая накладка. Ну, собственно, Дмитрий Полевой говорил о том, что если дела пойдут не очень хорошо, если, собственно, в Европе, ну, в зоне евро и в Евросоюзе не будет разрешен кризис, ну, а, собственно, все говорят о том, что он будет скоро разрешен, и это продолжается уже почти полгода, однако ничего реально не происходит. Если, собственно, будет по-прежнему на рынках царить неопределенность и волатильность, то курс рубля может, конечно, продолжить падать и дальше, но базовый сценарий, которого придерживается большинство макроэкономистов, он все же немного иной. Рубль будет колебаться в диапазоне где-то 30.50-32.50. При этом все-таки мы ожидаем, что к концу года произойдет некое укрепление рубля, и мы, скорее всего, закончим 2011 год в районе 31 рубля за доллар. Ну что ж, скорее всего, к концу года рубль вернется на отметку 31 рубль за доллар. Прямо на этих уровнях он, собственно, и живет с середины сентября этого года. Ну, вот на этих уровнях наступила новая, так сказать, макроэкономическая стабильность. Хотя, надо сказать, что вот те проблемы, которые начались у рубля этой осенью, они связаны в том числе и, может быть, даже главным образом с оттоком капитала. Капитал бежит из России. Как считается, он бежит? В том числе и потому, что здесь не самый лучший инвестиционный и деловой климат. Ну что ж, а пока рубль падает к доллару, Россия достигла определенных успехов в улучшении делового климата.